речь для внутреннего потребления. Да, речь про депрессию. Лена, ты все время разговариваешь, ты всегда нас перебиваешь, и ты всегда свое. Потому что мне не нравится это что-то. Это не твой, не твой тост, я тебя слушаю. Мой тост был жизни рад. А вас кто? Ой, спасибо. Тост вообще, ну, знаешь, спасибо. На похоронах и то у меня жизнь была счастливая, здоровая. Долгая. Счастья, с элементами горести, радости. С элементами только радости. Все было. Сплошной радости. И только радости, а не вот это вот нажелали тут мрачности. На похоронах и то веселее тост. Все, поэтому, чтоб против депрессии, чтобы не было для нее поводов. Вот так. Все. Никаких депрессий у меня никогда не было. Вот и не было. Нету и чтобы не было. На депрессии, в отличие от вас всех. Чтобы и не было. Давайте, чокайтесь. Я депрессию всю жизнь не охраняла. Чокайтесь, давайте, дзынь, давай. Я в дороге, я в пути. Правильно. Давай, тут ты же тоже глоток сделай, ты же чокнулся, нельзя ставить. А я сделаю, я не стал. Я даже не глоток, я все выпью. Лена, выключай эту фигню. Ну давай, репортаж. Хватит, я хоть папу, жду папиного этого глотка. О, все. Логично.